Всем привет! Рабочая неделя уже позади. Пора подумать, как провести выходные в Самаре. Варианты есть, готова ими поделиться с вами сейчас. Это Афиша. Поехали! А вы уже были в Open-Air кинотеатре на воде? В эти выходные репертуар способен расчувствовать даже самые грубые сердца. «Волга», «Закат», «Титаник» и «Жизнь Пи». Не забудьте попкорн, камера, мотор. Яхта «Парус» пока еще не август. 21-й Всероссийский фестиваль регата в Самаре уже в это воскресенье. Ежегодная гонка судов в память Владимира Высоцкого стартует от острова Голодный. Поднять паруса! Добро пожаловать в царство Морфея. Если вы заядлый Соня или наоборот ищете идеальный ритуал отхода ко сну, вам в музей Модерна. Здесь открылась выставка «Сон», на которой интересные находки ученых о сновидениях, рецепты оздоравливающего сна, сказки, сонники и ни капли зеваний. Суббота, 24-е. В час дня ничего не планируем. В это время у здания «Горький центр» собирается экскурсионная группа для прогулок по историческому городу. Остановочные станции – места, где жил, влюблялся, работал и коротал свой досуг Алексей Пешков, он же Максим Горький. Мечтаете влюбить своего ребенка в чтение, но пока безрезультатно? Приходите в воскресенье в литературный клуб «В точку» 16:30 вечером. Читаем на уютной лужайке литературного музея. Обсуждаем, спорим, ищем истину. Вход бесплатный, впечатления бесценны. Любителям джаза посвящается. В субботу парк имени Юрия Гагарина, а в воскресенье парк 50-летия октября погрузятся в неспешный, но очень чувственный ритм саксофона и контрабаса. Встречаем джаз-вояж. Запишите, начало в 6 вечера. Все, всего вам доброго, хороших выходных и помните, маска на всех культурных встречах по-прежнему must-have. Это была Афиша. Пока!